первая кыргызская актриса театра и кино, которая могла безупречно сыграть любую роль. Татыбыбы Турсунбаева родилась в 44-м году в селе Чаек. Обрадовавшийся дедушка назвал ее Татыбыбы, что в переводе означает «сладкая». Любознательная девочка играла в баскетбол, волейбол, прыгала в высоту и участвовала во всех спортивных мероприятиях. Когда ей исполнилось 17 лет, она поступила в Ташкентский театральный институт. Окончившив его, она начала работать в Кыргызском драмтеатре, на сцене которого сыграла около 100 ролей. В 66-м году Татыбыбы снялась в фильме Мелису Букеева «Ахмер». Это была ее первая большая роль в кино. Через 5 лет режиссер Тулемуш Акеев пригласил ее на роль реального персонажа Уркуи Салиевой в своей знаменитой киноленте «Поклонись огню». Образ незнакомки в фильме «Красное яблоко» также одна из главных ролей актрисы. Она стала символом женственности нации и жертвенности личности во имя процветания национального искусства. К сожалению, Турсунбаева прожила недолгую жизнь. Актриса не стала в 81 году, в студеный декабрьский день, в возрасте 37 лет. В 2014 году около Кыргызского драмтеатра был установлен ее бюст. Турсунбаева навсегда запомнится зрителям как одна из самых красивых советских актрис. Thank you.